Сборка кровати Николь. Вскроем коробки и разложим комплектующие. Для сборки нам понадобятся евровинты, саморезы 30 и 16 мм, гвозди и подпятники и направляющие. Разложим левую спинку, два средника и правую спинку кровати. Подготовим направляющие к установке. На двух средниках направляющие вровень с фронтальной частью. На левой и правой спинке с отступом в 3 см. Соединим левую спинку со средником с помощью фальш-панели и планки усилителя. Крепление – это евровинты. Аналогично правую спинку со средником. Установим подпятники на левую и правую спинку и щит задний. Закрепим задний щит с помощью евровинтов. Аналогично установим и переднюю царку. Теперь соберем ящики. Используем евровинты. Фасад ящика закрепим на саморезы. В первоначальных модификациях направляющие устанавливались на верхней части ящика. Теперь их устанавливаем по центру ящика в соответствии с метками. Закрепим дно ящиков с помощью гвоздей. Теперь разложим ладе. Кровать готова к использованию. В нашем магазине большой выбор корпусной мебели и мебели из массива. Легкой вам сборки!